Так, снимаем обзорчик. Октавия. Октавия. 2006 год. Где-то у нас тут. Ну, шестерочка тут стоит. Но 2006 год. Ржавеет у нас, но это сам делал. Врезался. Видно, что сам делал. Багажник что-то заклинивает. Но вроде как открывается. Перо уже слабенькие. Тут немножко бардак. Рулетка. Рулета. Держит. Так. Это еще целое, не сгнившее. О, грязное, блин. Как-то так. Так, где наши ключики машины? Так, опа, заведем машинку. Так, что у нас тут? 155 и 996 наезжено. Так. Хватает сразу, без всяких проблем. Климатизация. Выключим. Радио. Радио хреновое. Что-то контакт плохой не ловит. Но. Здесь все грязное, это уже вон сломано. Что такое? Дешевые пласты, ну. Какое может быть качество? Машина для народа. Чуть-чуть хуже Volkswagen. Педальки, даже по педалям посмотреть, так не стертая, но у тех 156 тысяч есть, единственное, что грязное, вычистить это, отремонтировать, все в пыли тут. Так что как-то так, свет. Но здесь зеркало. А ты его зеркало, мне нужно зеркало посмотреться. Здесь у нас тоже зеркало. А тут что, вода какая-то текла или что? Какая-то. Перегородка, наверное, монтируется. Вот так. Там он уже пласт. Пласт отходит. Здесь вот болезнь шкодовок. Вот это все. Вот эта обивка. Вся вылазит. Да никого. Вот. Вот здесь вот видно. Вот она. Вот она вылазит. Вот. Это болезнь шкодовок Октавий. Не знаю. Октавий. Шкодовок 100% болезнь. Уже не одну такую машину вижу, что вот эта обивка вот здесь вот вылазит. Здесь я не знаю, что она такая мокрая.
Короче, как-то так.